Добрый день, друзья! Добрый день! Сегодня я хочу вам сделать небольшую распаковочку и показать то, что я сегодня купила. Давно я вам этого не показывала. Может, кому-то что-то по ценам будет интересно. Ну и так, поехали. Расскажу вам, какие у нас цены и вообще, что я покупаю в магазине. Конечно, не всегда такие у меня закупки, но конкретно вот сегодня из продуктов. А потом немножко покажу вам, что я купила себе из химии. Значит, сахарный, вот, не знаю, буду, буду показывать, и вот покажу вам, а потом по ценам пробегусь. Сахар 54, этот, да, 54, мука Макфа 119, дрожжи 18 рублей сав момент, на которых я затвариваю, а мукой пользуюсь только Макфа. Мне она очень нравится. Высший сорт, мука 2 килограмма. Так, масло «Золотая семечка», вот оно 0,5, но оно с запахом, оно такое ароматное, вкусное. Капуста квашена у меня уже подошла, поэтому в капусту буду добавлять вот такое маслице. Так, дальше, киндер. Вижу, вот здесь киндер попался 43, а активисю купила 36. А потом вот такое масло я очень люблю, волгоградского производителя, горчичное масло. Здесь литр, ой, обожаю с ним салаты, иногда добавляю в выпечку, когда хлебушек пеку. Ну, просто это изумительное масло, всем советую, это продается в Магните. У кого есть, попробуйте обязательно, друзья, не пожалеете. Анинское масло, литр 72 рубля. Майонез домашний 119, иногда нужно для выпечки. Ну, сами понимаете, майонез есть майонез. Яйцо 63, категория 0, то есть крупное. Так, дальше что у нас? Так, яйцо я вам сказала. Сельдь 109 рублей. Вот что-то сегодня захотелось мне вот такой. Вот именно не филе, не в масле, а вот именно вот такой. В пряной солевой заливочке, может, с картошечкой. Ну, я не знаю. Может, не сегодня, может, когда в следующий раз. Так, бананы у нас по 55 рублей. Вот такие макарошки я покупаю Графу. Добавляю голову, ему покупаю. И вот такие макароны. Здесь 450 грамм, 17 рублей. Очень выгодно, я хочу сказать. И макарошки такие неплохие. Я как-то даже пробовала себе варить. В принципе, неплохо, хочу вам сказать, друзья. Ну, естественно, мы привыкли к высшему сорту, к категории А. Но из твердых сортов. Но это тоже неплохо, на всякий случай. Так, чай Акбар. Я люблю заварочный чай. Но иногда вот так вот, мало ли. 54 рубля. Что еще у нас тут? А, вот курочка у нас еще здесь. Кстати, купила последнюю курочку по 129 рублей. Все раскапали. Ну, естественно, может быть, они сегодня еще не... будет выкладка. Ну, вот такая, 129 рублей. Ну, такой маленький цыпленочек, но мне одной куда, да? Соль адыгейская, моя любимая, 31 рубль. Обожаю ее и практически только на ней готовлю. Так, а сыр по 439 рублей, вот там российский, но я хочу вам сказать, очень даже неплохой. Вот такой вот, знаете, как не резиновый, на зубах не скрипит. Хороший сырок. В общем, вот этот кусочек мне вышел на 147 рублей. А дальше вот такой лимон, добавляю в выпечку и вообще вот в напитки какие-то. Сок лимонов, натуральный сок 100%. Я покупаю, мне очень надолго хватает. Здесь 100% экстракт. 60 рублей вот такая бутылочка. Сахар ванильный, выпечку тоже добавляю, 9 рублей. Слушайте, купила лапшу Ролтон. Там такая скидка какая-то офигенная. Думаю, ну купила и купила. Зачем она мне? Ну мало ли, вдруг наступит голод. Буду есть лапшу. Лапша и просто Ролтон по 9,90. Ну, в принципе, неплохо, правда? Купила две пачки. Ладно, пусть будет. Вот такую колбаску люблю. Череповецкого нашего мясокомбината сливочная. Представьте, не удержала. Даже маленький кончик уже скушала. Приехала из магазина. 189 рублей полкило.
То есть получается за килограмм 370 рублей там с небольшим, да? Ну вот как-то так, что я вам сказала. А, вот такой супок иногда покупаю, куриный с добавлением. Вы знаете, на косточках куриных и вот такой пакетик по-быстрому. И стоит он всего 19 рублей суп. То есть, ой, вообще. Так, ну все, вроде из еды я вам все показала. А сейчас я вам покажу. А, ну конечно, еще киски своей любимой. А вот китикет по 19 рублей. Ест причем засранка только в желе. Такое вот. И плюс развесной еще. Этот вискас любит. Ну что не сделаешь для любимых питомцев, правда? Так, это у нас, будем так говорить, продукты. Сейчас вам покажу, что из химии. Друзья, ну вот, а вот такая у меня химия. А, слушайте, ну, сейчас быстренькому расскажу. Значит, ФНА, ну, вы знаете, что я крашусь только ХНОЙ. Она стоит 78 рублей, причем, слушайте, подорожала. Стоила 64, стоит 78. Вот такой освежитель для туалета, 38 рублей. Мыло дегтярное, очень его люблю мыться в бане. Пахнет так березкой, 46 рублей. А дальше, что у нас? Мыло Абсолют. Ну, я его покупаю, мне его очень надолго хватает. Ручки как мыть, ну, как бы, так скажем, что очень и эффективно, и очень недорого. 77 рублей. Вот так, такая большая, видите, какая она. Так, стекла мыть, сейчас же нужно уборку осеннюю делать. Это значит, вот стекла мыть. Ой, сейчас одну секундочку, не подготовилась. Так, ой, господи, где же оно? Стекла мыть. Средство 139 рублей. И вот Доместос там тоже в туалет. 139 рублей. А, паста зубная 77. Барьер я обязательно воду очищаю 329 рублей. А, АОС 99 рублей. А, рукав для запекания 46 рублей. Так, вот это вот пенка для ванны или как вот для душа, вообще недорогая, она стоит 119 рублей. Я удивилась, такая большая вот баночка и запах очень хороший, такой лавандовый. А вот Палмолив, я посмотрела, он в Магните стоит 399 рублей, а в Пятерке он по 200... 40, по-моему, 9 рублей. Но как вот сейчас акция на него идет. А у меня еще вот есть такая карта скидочная. Ну вот, то есть там накапливаются бонусы. И можно их обналичивать за покупку. Так вот, в общем, мне этот Палмолив обошелся всего 119 рублей. А, вот такая масочка гиалуроновая. Себя же нужно любить, правда? Это недорогая маска, всего 48 рублей. А вот такая маска лифтинг 99 рублей. Ну, себя иногда я люблю. Что поделаешь? Вот это для внученьки, для моей любимой Дианочки. Вот такие бантики. Ну, внученек я всех люблю, но просто я ей часто косички плету. И вот мне понравились вот такие бантики. По 38 рублей бантик. Так, себе вот такие носочки. Очень люблю коротенькие носочки, потому что длинные как-то вот врезаются в ножку. Вот мне вот такие больше понравились. 64 рубля. Так, зашла, заскочила в аптеку. Осень. Нужно обязательно рыбий жир пропить. Так, ну и лакомство для моих незваных гостей, если они ко мне появятся. Вот такое вот лакомство стоит 46 рублей. Это я разложу в подвале, везде, знаете, мало ли. И себе... А, вот такие перчаточки 19 рублей. Красить вот волосы. Да и вообще, очень такие они плотненькие, очень-очень долго служат. Это я тоже в аптеке прикупила. И вот себе я купила вот такую на день рождения. Себе сделала подарок, сковородку. Она очень тяжелая, очень тяжелая. А, производитель Санкт-Петербург. То есть, никакая она не импортная. Ну, то есть, я сковородками, у меня их очень много, но я стараюсь вот такими пользоваться не больше года, чтобы было, ну, как бы вот себе такую еще сковородочку купила. Вот сегодня все мои покупки. С вами я похвасталась. Ну, вот так вот. А, еще самое главное, друзья, я вам самое главное не показала. Смотрите, я купила себе швабру с усилением. Вот тут вот такое усиление. Двойные вот эти закрепления.
Мне такая очень швабра нравится. Удобно и потолки мыть, и пол мыть удобно. То есть, но такая швабра не дешевая. 500, по-моему, 18 рублей. Вот. Ну вот все мои покупки теперь. Так что не обессудьте. Прошу любить и жаловать. Целые я вам все рассказала. А самое главное, я довольна. Сковородка такая мне вот очень понравилась. Швабра, вот это вот, что мне понравилось. И, конечно, вот такой вот палмолив. Натуральный запах обалденный, чтобы Лариса вкусно пахла. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. В общем, сегодня такое вот видео. Обзорчик моих покупок. Но иногда нужно, чтобы вы хоть представляли, какие у нас цены и вообще, как мы живем. Всего вам доброго. До новых встреч.